Как, здрасте? Куда? Куда прешь? Че надо? Гражданин Гантелькин. Ну? Ну, я по поводу вашего конфликта с женой. А вы откуда? Из ЖЭКа? Из полиции? Откуда тогда? Я из ООН. Из Организации Объединенных Наций. Чего? Что ж вы руки-то распускаете, Гантелькин? Вы почему жену бьете? И поскольку ее неоднократные обращения в полицию не привели к ликвидации конфликта, она была вынуждена пожаловаться на вас в ООН, Организацию Объединенных Наций. Она бы еще в центральную прачечную пожаловалась. Идите себе по-добру, по-здорову. А жену я вообще никогда пальцем не обидел. Клянусь ее здоровьем. Не бьете, значит? Нет. ООН должна за этим понаблюдать. Да наблюдайте себе. Это дело ваше. То есть вы не возражаете против наблюдения? Нет. Угу. Пожалуйста, подпишите. Вот не возражаю. Благодарю. Проходите, господа. Welcome. Кашки или псизда, как у вас говорят. Кашки или псизда. Кашка или псиздар? Кашка или псиздар? Кашка или псиздар? Салам алейкум. Это еще кто? Кто это? Международные наблюдатели ООН. Поживут у вас тут пока в зоне конфликта. Понаблюдают. Как это? Вы чего? Мандат у них, значит, пока на 6 месяцев. Ну, а там уж видно. Алло, Вася, ну чё, Киргизов я свои стройки на полгода пристроил. Еще 20 китайцев? Да поселю, не вопрос.